14 февраля во всем мире отмечался День Святого Валентина, известный также как День Всех Влюбленных. Торговый дом «Библиоглобус» не остался в стране от этого романтического праздника. На площадке главного книжного прошло несколько увлекательных мероприятий. Череда событий открылась викторинами. Гости главного книжного отвечали на вопросы о празднике, а за правильные ответы каждый получил памятный подарок. Затем были подведены итоги конкурса «Письма любви». Участники получили возможность продекламировать свои стихи на публике, а победителем стал Валерий Федорович Варава. По окончании поэтического конкурса гостей «Библиоглобуса» ждала встреча со специальным гостем, человеком, который знает все об идеальных отношениях и о любви. Вы догадались, о ком идет речь? Правильно, о писательнице и психологе Наталье Толстой. Она ответила на все вопросы посетителей и дала множество ценных советов о том, как добиться гармонии в отношениях. Калейдоскоп событий завершился выступлением еще одной частой гости Библиоглобуса – поэтессы и певицы Ольги Иволге. Она поздравила всех присутствующих с праздником и исполнила несколько лирических стихотворений и песен.